Всем привет из солнечной Хорватии. Решил снять и показать то, что удивило самого. И заснять небольшое такое видео, совмещая с семейным отпуском. Решил показать, как здесь ездят местные байкеры. В основном 250-ки мотоциклы. Температура сейчас 12 дня, где-то приблизительно 34 градуса. Так, поехали. Хочу отметить то, что местная полиция ездит точно так же, только у них на футболке сзади написано «Полиция», ну, в шлемах. Так, пришло время подвести итоги. В общем, сколько ни снимай, итог один и тот же. Шлем без экипировки или без шлема и без экипировки. Все мотоциклисты, которые попали в объектив камеры, были исключительно с местными номерами. Также хочу заметить то, что все мотоциклисты сняты внутри города. За городом в основном мотаются все в экипировке, но это, скорее всего, которые проезжают транзитом, потому что там и чешские номера, и немецкие, и голландские, и какие угодно, и местные тоже. Из увиденного я понял, что главное в Хорватии – это шлем. Но, как мы уже видели на некоторых роликах, также катаются без шлемов, также возят детей на баке, которые тоже без шлемов. Хотелось бы в комментариях обсудить и узнать ваше мнение, правильно ли люди делают или неправильно. Я бы очень хотел в комментариях услышать ваше мнение по поводу ездить в шлеме, без шлема, экипировкой, без экипировки. Мое личное мнение, ездя в экипировке по месту, мне кажется, 80% получить солнечный удар, скажем, чем без экипировки. 1 из 1000% попасть в какую-нибудь нелепую ситуацию и получить травмы. То есть здесь, скажем так, большой процент соотношения, что все-таки повезет больше без экипировки, чем в экипировке. Поэтому хотелось бы обсудить этот момент и узнать твое личное мнение хотя бы в двух словах в комментариях. На этом, я думаю, все. То, что я хотел донести, я донес. Всем хорошего сезона, всем пока, а я поехал купаться.